Вот, поймали пятую щуку. Буквально от того места, сейчас скажу, сколько проплыл я. Так. Так. Вон там. Вон. Видно, вон те коряги, вот за этим кустиком буквально. Тут метров 30, наверное. Вот. Сюда я приплыл чисто случайно. Увидел чебачок, выпрыгнул. Может быть, пескарик. А за ней щука гонялась. Но это грамм тоже 700, наверное, будет. Вот она. Хорошая. Сейчас мои яйца сломаем. Ты глазками шевелишь, дурочка? Да? О, какая замечательная щука. Как это красавица. Мне тут сачок крючки запутала. Хорошенькая лапочка. Яйца у нее сломатая. Она ничего сделать не может. А? Ну, примерно такая же, как та большая. Сейчас положим ее туда. Вот он, крокодильчик. По сравнению с той щучкой. Сейчас посмотрим. Не, поменьше, наверное. Поменьше, да. Это он носом упирается в лодку. И хвост туда уходит. Здесь вот она какая. Ну что, замечательно. Хорошо рыбачится. Сегодня нам удача не покидает нас. Вот, побить бы мне рекордик вчерашний. Хотя бы 9 щук поймать. Было бы замечательно.